недавно прочитала свой дневник, который заполняла. И заполняли все мои подруги, и там был у меня такой вопрос: кем ты хочешь стать? И я, когда недавно это прочитала, удивилась: топ-моделью. Моделью и самой красивой девушкой планеты Ксения станет много позже. Закрыв дневник, она забыла о своей мечте и стала спортсменкой. С 4 лет я начала заниматься художественной гимнастикой. Был первый взрослый разряд. Потом начала заниматься плаванием, балетом, бальными танцами. И последние 4 года я занималась биатлоном. Достигла тоже, думаю, хороших результатов. Первый взрослый разряд. Это ужасно тяжелый вид спорта. Это, тем более это в условиях севера, когда там 25, это считается норма. Винтовка сзади, там лыжи. Надо пробежать 15 километров на лыжах для начала. Потом еще метко попасть. И пробежать штрафные круги и очень быстро это надо сделать. Воспитывая на лыжне силу воли и характер, Ксения не сразу согласилась в корне изменить свою судьбу. Руководитель театра моды «Шителье» Виктор Барабаш ее заметил. И пригласила ее в театр моды. Но она так долго отказывалась, не видела себя на подиуме, не хотела выступать. Вот, полгода на ее уговаривала. И вот, значит, она перешла в театр моды при институте. Потом поучаствовала в конкурсе красоты при университете. Но потом пошли все остальные конкурсы. Первой высотой, которую взяла Ксения, стал титул «Мисс Тюмень». И после этого она наконец-то вернулась к своей детской мечте. Это действительно судьба. И, мне кажется, сказка о Золушке. Я шла по метро. И замечательный человек Васильев, который нашел Володину, Водянову, он подошел ко мне и говорит: девушка, вы не хотите поучаствовать в конкурсе? Я говорю: да, почему бы и нет? Ну, вот так я, собственно, и попала на конкурс «Мисс Россия». Россию Ксения Сухинова покорила с легкостью, которой никто и не ожидал. И она уже была готова взять новую высоту. Когда я еще даже не победила, когда только выигрывали футбол, когда только выиграли хоккей, я помню этот момент, когда очень много людей выходило на дороги с флагами. И я стояла, смотрела у себя с окна, и я думала: ну точно мне нужно под конец года это сделать. Я сделала. Россия! Ну что ж, друзья, Ксения Сухинова становится мисс мира 2008. Россия в очередной раз доказала, что нет ничего невозможного и во всех ипостасях. Представители нашей огромной страны могут добиваться лучших результатов. С 92-го года 16 лет мы ждали этого титула. И вот он снова наш. Ксения Сухинова становится мисс мира. Самой красивой, спортивной, талантливой, умной девушкой планеты. Любой девушке, которая красивая, она должна быть, безусловно, умной, чтобы правильно пользоваться своей красотой. Мало быть просто красивой. И просто красивая, мне кажется, не побеждает на этих конкурсах. Должна быть внутренняя сила, внутренняя красота.